Всех приветствую на канале Animal Life. Брошенный щенок жил в обувной коробке. Когда люди подняли его, то обнаружили нечто ужасное. Как-то раз нерадивые хозяева выбросили юного чихуахуа на улицу. Следует отметить, что в отличие от каких-нибудь лабрадоров, овчарок или обычных беспородных собак, эта порода является абсолютно домашней, искусственной. Чихуахуа не могут жить на улице в принципе, они не приспособлены для этого. Но тем не менее, щенку удалось не погибнуть сразу, и он начал жить в старой коробке из-под обуви неподалеку от того дома, откуда его выбросили. Жители двора быстро приметили породистого пёселя и стали его подкармливать. Жильцы попросили активистов помочь животному обрести дом. Приехав по адресу к щенку, волонтеры с ужасом и грустью обнаружили, что у того нет одной лапы, он был инвалидом. Чихуахуа тут же отвезли в приют. Ветеринар вымыл пёселя и стал его лечить, ведь щенок был очень больным и фактически в скором времени мог умереть. Однако все обошлось, и собака по имени Принцесса, спустя пару недель интенсивного лечения, уже почувствовала себя лучше. И хотя лапку ей вернуть не удастся никак, все же это славное животное сейчас пребывает в значительно более хорошей ситуации, чем когда-либо. С такой помощью от докторов и волонтеров она не пропадет. Надеемся, что вскоре принцессе удастся найти свой новый дом и любящих хозяев. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.